Идем в ваши заметки. Вот ваши заметки. Например, это мой клип вы нашли у себя в заметках. Нажимаете на него. Сбоку. Почувствуйте аромагию кофе Якобс Монах в ко... Сбоку, на... вот она, ссылка. Вы должны курсором подвести в уголок, и выйдет ссылка. Нажать на нее. Выйдет, копировать. Потом идти ко мне в сообщение, правой мышкой нажать, видите курсор? Правой мышкой нажать, появится таблица, слово «вставить» нажать, и потом отправляете мне. Все.